Букины. Второй сезон – это продолжение перезапуска самого популярного ситкома на отечественном телевидении. Счастливы вместе. В продолжении истории Букиных стало больше, а значит и хаоса, который они приносят в жизнь одного из спальных районов Екатеринбурга тоже. Даша и Гена, отпустив детишек во взрослую жизнь, так надеялись наконец-то пожить для себя, но их мечтам не суждено было сбыться. Света и Рома неожиданно вновь вернулись в родительское гнездо, еще и с собственными отпрысками и проблемами из этой взрослой жизни. Однако главное в Букиных так и не изменилось. Они не перестают держаться вместе, преодолевая любые сложности, сваливающиеся им на голову. К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Также в картине снялись Михаил Тарабукин, Максим Лагашкин, Тимур Батрутдинов, Екатерина Стулова и другие. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Букин» запланирована на 2024 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.